Эта история, изменившая всю мою жизнь, могла произойти с каждым. Но судьба выбрала нас. Меня и моих друзей. Развяжи. Мясники ушли. Слушай сюда. Скажи, где деньги, и будешь жить. Все равно вы меня убьете. Скажешь, где бабки, отпущу. То, что сейчас деньги у тебя, еще не знаешь, что они твои. Они даже не мои. Они моих партнеров. Подари еще один день рождения своим детям. А у тебя дети есть? Да, вот мой сын. Поклянись сыном. Сыном клянусь. Пальцем не трону. Мара, салам, брат. Да, здорово. Ты что, до сих пор спишь, что ли? А сам ты спишь. Я это, с утра, тренажерки. Хорош качаться, Рэмбо. Я знаю, знаю, знаю. Отстань, а. Ты кому это? Сак, это не тебе. Короче, не опаздывай, хорошо? Я скоро буду. Мара. Мы ведь с тобой совсем не видимся. Илюш, я же скучаю. Хорошо, мам. Вот складка. Воротник вообще не отвязан. Подай быстрее, а? Ну, Асёка, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я тебе мороженое куплю. Guten Tag, ich ruf dich von Almaty, Kazakhstan. Я von der SAC Consulting Group. Ich heiße Julia. The receiving company is registered to now, offshore zone. I'm sending you a request for currency exchange and a payment order using internet banking. Yes. Ja, die Gesellschaft MFG ist in offshore der Zone registriert. Фильм полиция тексеріп жатыр. Сен айтып едің ғой, ешқандай проблема болмайды деп. Так, Уандах, не волнуйтесь, все будет окей. Жақсы, сау бол.
Обчёрный счёт тордешкан, проблема болмасын, тез! Я же вам обещал, мы решим ваши проблемы. Алло. Да-да, Куандах, я вас слушаю. А? Вы серьезно? Ждем, ждем. Ну что там? Ну? Ну что, говори, и тяни. Так, пацаны, у нас... У нас получилось! Ты молодец. Не обманул нас. Теперь вы меня отпустите. Я могу идти домой. К детям. Подумай сам. Как я могу тебя отпустить? Тимурлан, ты же обещал. Ты же клялся сыном. Тимурлан. Кончайте его. Тимурлан, ты же обещал. Ты же клялся сыном. Вот так. Сен улымен ант бердің емес пе, Тимурлан? Тимурлан, улымның қызығын көрмей кет. Тимурлан, тұқымың тұздай құрсын. Тимурлан. Тимурлан, ты же обещал не трогать его. Я его и пальцем не тронул. В нашем обществе деньги заняли главную роль. Если беден ты ночь, с тобой голод и боль. Извращенные ценности, сущность искажена. Только жадность, ненависть, планета заражена. Деньги стали новой религией, а мы рабами, парень. Застряли в жадности, в обмане, как в глубокой яме. Главное, это наши бабки в кармане. Дружно живем в какой-то жуткой программе мы. Я принимаю бой, я точно знаю. Я не ведом судьбой, я сам ее хозяин. Идет война, я бьюсь самим собой. Я сам взялся управлять этой игрой. Я принимаю бой, я точно знаю. Я не ведом судьбой, я сам ее хозяин. Идет война, я бьюсь самим собой. Я сам взялся управлять этой игрой. Мара, кинь воды. Пацаны, когда наконец бабки по-крупному срубим, а? А то работать по мелочи уже не канает. Ну вот срубил ты, Лаве. Ну и что ты с ним делать будешь? Бабки вложил бы в наркоту, в оружие. Ну и квартал красных фонарей на Цайна организовал бы. О, ништяк, каждый день там гулять будем. Что ты пугаешь? А я бы себе Бентли купил бы. Рядом самые красивые девчонки Алматы. Да ну. Музон на всю громкость. Напротив дома ректора каждый день вечеринки зажигал бы. Ну и зачем тебе это надо? Выйдет этот старый пень, который меня очистил. Увидит меня и сдохнет от зависти. А ты, Илюха, что ты молчишь? На операцию мамы. Да. Мама — это святое. Где Таха? Кажется, там... Ну, наконец-то! Ай, дорогой! Ну, наконец-то, наконец-то! Ну, иди сюда, иди! О, Медя, иди, сколько дорогой. Лет, сколько зим! А ты еще не меняешься, отлично выглядишь! Спасибо! Ассаламу алейкум. Марат. Познакомься. Марат. Сакен. Сакен. Еще не пили, а у меня уже в глазах двоится. Я тебе про них рассказывал. Помнишь? Уж больно молодо выглядит. Ну, вспомни, поскольку нам было, когда мы с тобой провернули первое дело. Помнишь? Да, верно говоришь. Ну что, перед охотой? Под 50?
А вот эти кто такие? Тимерлан Калаев. Известный в криминальной среде авторитет. Отличается особой жестокостью. Подозревается в причастности к похищению бизнесмена Ахметова. Его партнер по бизнесу. Медет Кадыров. Очень скрытный человек, в прошлом боксер. Исполнял свой интернациональный долг в Афганистане. По агентурным данным, оба, Калаев и Кадыров, замешаны в ряде громких дел на территории Республики Казахстан. В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий для привлечения к уголовной ответственности. И вот. А вот эти новенькие. Кто такие? В поле нашего зрения они попали впервые. Пробили по базе данных. Пока на них ничего нет. Вечно у тебя ничего нет. Уже 2 недели прошло после похищения Ахметова. А у тебя никаких зацепок. Все эти газетчики, журналюги, критикуют нас за бездействие. Я эти алматинские газеты в руки брать боюсь. Мне сверху звонят. Требуют результат. Результат! К нам из Астаны, из Генеральной прокуратуры, откомандирован следователь по особо важным делам. Все, Тимур, хватит. Через 3 дня не будет результата, ставлю вопрос о твоем служебном несоответствии. Всем понятно? Как договорились, окей? Сумма немалая. Сможешь повернуть как надо, и будет еще один заказ. За тебя поручился твой дядя, которого я уважаю. Но смотри, все должно быть четко и без хвостов. Возьмете деньги и переведете на мой офшорный счет. Мы очень серьезно относимся к своему делу. Да, вы у нас не первый клиент. Никто еще не жаловался. Ну хорошо. Встречаемся сегодня, в 1:00 ночи. Ещё к этому намекающий. Ну что, Тимирлан, за сделку? Ал Пойндер. Слушайте, пацаны, зря мы с этими деньгами связываемся. Вы видели их рожи? Там что не рожа, то ментовская ориентировка. Таких только в криминальной сводке показывают. От этого бабла за километр криминалом прет. Мы все решили. Деньги к нам едут со скоростью машины Тимерлана. Если хочешь, можешь уйти. Я такой шанс не упущу. Стоять, пацаны. Медед за нас поручился. И мы с Тимерланом ударили по рукам. Хорош базарить. Они уже подъехали. Пацаны, смотрите, Хайсар, сын Тимерлана. Пошли, пацаны. Чё, бухгалтеры, заждались? Салам, Хайсар. Маря! Саги! Что за херня? Кто стреляет? Быстрее, валим, валим, быстрее! Садись, садись! Маря, в машину, быстро! Поехали, поехали, быстрее! Эй, Маря! Маря, сейчас, сейчас, сейчас! Илюха, заводи! Маря! Thank you.
Пацаны, здесь всего лишь 5 лимонов, а должно быть 10. Пока не поздно. Бабки вернем Темирлану. Заткнись! Откуда ты ему достанешь 5 лимонов, которых не хватает? Тихо. Как Сакс скажет, так и будет. Они нас грохнут за эти бабки. Так что нам надо валить прямо сейчас. Да вас уже никакие бабки не спасут. Ле, ты остаешься. Вали все на нас. Они не тронут. Алло, Медет ага. У нас неприятности. Сопроводите скорую, как слышно? В общем, личности установлены. Один из них – Кайсар Караев. Знаешь такого? Кумар, Тимур, соберите-ка на них всю информацию. Уважаемая Карина, следственное мероприятие провожу я. Не вижу никакой необходимости что-либо собирать. Может, у вас в столице не знают криминальных авторитетов, а у нас в провинции эта личность хорошо известна. Убитый сын криминального авторитета Тимирлана Калаева. Уважаемый Тимур, сбор информации – обязательная процедура любого следственного мероприятия. Если что, я родилась и выросла в Алма-Ате и закончила 56-ю школу. Вы салемовская? Да. А я досовский. Слышь ты, досовский, иди лучше проверь следы двух оставшихся машин. Все, давайте побыстрее, забираем. Отпечатков нет. Кто мог на это решиться? Если это действительно Кайсар, ты представляешь, что начнется в городе? Ага. Сюда пройдите. Здравствуйте. Хайберсон. Хайберсон. Қайрым берсін, бауырым. Артының қайрым берсін. Бекем бол, бауырым. Құдай қалғандарға ғымыр берсін. Последний раз он встречался с твоими пацанами. Нет, Темирлан. Они могли это. Они же совсем мальчишки. Они б на это никогда не пошли. Говорись, сука! Где бабки? Не знаю. Где бабки? Не знаю. Где босс? Не знаю. Где деньги? Не знаю. Тихо! С шефом говорю. Их здесь нет. Бабла тоже нет. Понял. Пока в моем доме траур, я ничего не буду предпринимать. У тебя ровно сутки, чтобы привести ко мне своих выродков. Медет, ты за них поручился. И пока их не увижу, смерти своего сына я буду винить тебя. Вода замерзла. Ну что, накатим? Столько бабла, жрать нечего. Понимаете?
Какие теперь у меня проблемы с Тимирланом? Его снайпер замочил. Снайпер? А доказательства? Мы его не убивали. Да. Теперь вас или бандюги грохнут, или менты закроют. Потом разберемся. А сейчас надо вашу шкуру спасать. Я вас спрячу в надежном месте. У моего друга, которому я доверяю. Вам нужно затаиться. Их было трое. Приметы? Один был лысый. Что искали? Не знаю. Они выглядели как бандиты. Что они хотели от вас? Я не знаю. Что здесь происходит? Джулия! Джулия! Это ужасно! Тихо. Кумар! Тихо. Девушка, успокойтесь, пожалуйста. Тихо. Займись ею. Девушка, пройдемте. Успокойтесь. Я и у вас хотел спросить, что здесь происходит? Это ваш офис? Да, это офис нашей компании. А где ваши компаньоны? Я не знаю, я только что пришла. Присядьте. Садитесь. Когда вы их видели в последний раз? Не помню. Ну, примерно дня два назад. Где их можно найти? Не знаю. Они что, мне докладывают, что ли? Вы мне не хамите. Эти люди подозреваются в тройном убийстве. По предварительному сговору с группой лиц эта статья тянет на пожизненный срок. Вы, покрывая так называемых своих друзей, становитесь соучастницей этого тяжкого преступления. Тимур. Я, как старший следователь, обещаю вам, что вы пойдете за решетку первое. Понятно? Тимур! Можно я с ней поговорю? Попробуйте. Устроили здесь женские истории Оксаны Пушкиной. Девушка, вы поймите, что ваши компаньоны попали в очень нехорошую ситуацию. Ну что, Медет, молись. Угрожали мне, оставили. Где они? Мне этот матрас Алмата Узкома. Мне нужна фура. В данный момент она едет на трассе Алматы Узкома. В ней ценный груз. 4 отморозка. Их убить. А все, что с ними, вернуть. Найди этих подонков. Убей. Что делать? Эй, Марк, Волк, ствол убери! Успокойся! Салам алейкум. Старший лейтенант Атабаев. Ваши документы. Нарушаем. Насыбжан Фадырбек. А что я нарушил? Сейчас найдем. Предъявите к осмотру аптечку. Чего он там хочет?
вот она. Огнетушитель. А знак аварийной остановки у вас имеется? Конечно, командир. А где же автомобильная наклейка с логотипом КЗ? Басики, ну мы же не в Киргизии. А вдруг вы туда соберетесь? Ну вот когда соберемся, тогда и купим. Без этой наклейки ваша машина не может следовать по этой трассе. Это трасса республиканского значения. По этой трассе министры каждый день ездят. Басики, может штраф, а? Ну, штраф само собой, а наклеечку все-таки придется приобрести. Да где я здесь куплю эту наклейку? У меня. Пойдем. Сейчас, минутку. Эй, пацаны, до наклейки докопался. Штука есть? Штука. Штука, штука. Сак, так, деньги же. Ох, елки. Быстрее давайте. Только стольник. Сдача найдется? Наклейками возьми. Счастливого пути. Ага. Наклейками сдачу. Че у нас Сыбжан? Николай или Насыбжан? Насыбжан. Эй, дебилы, Насыбжан это Наке. Так Наке или Насыбжан? И может Николай? А, все попался. Наке это Ник. Ник это Николай. Салам алейкум. Салам алейкум. Вы Мура? Ну, салам. Я. Мы с мясокомбината. Не, мы от Медета будем. Заходи. Ник, сумку взял? Взял. Салам алейкум. Здрасте. Ну что, узнаешь своего дядю? Где? Да вот он. Это кто? Медет ага? Наш батя. Такого ротного во всей дивизии не было. А это вы, да? Это я в Афгане. Перед самым выводом войск. Угу. Среди земляков я был самый молодой. А вот здесь вот рядом кто? Это Нурмухан, наш старшина. Угу. Благодаря ему и твоему дядьке я и выбрался из этой мясорубки. Ну что, обед стынет. Пойдемте кушать? Угу. Дарю. До сих пор понять не могу, как выжил в Афгане. Ведь по всем законам погибнуть должен был. А потом понял, значит, не пришло мое время. Каждый человек уходит тогда, когда закончил все свои дела. Когда его призывает к себе Всевышний. Завтра отправитесь к Нурмухану. Отсидитесь там. Мой братишка отведет вас. А потом что-нибудь придумаем. И запомни, Сак. Да. Богатство исчезает с последним вздохом.
есть? Моя красавица! Дочка, иди ко мне. Сейчас с мамой будете в прятки играть. Олеся, бегом. Быстрее, быстрее, пошли. Папа, дочка, это игра такая? Олеся. Вы останетесь здесь и будете ждать меня. До тех пор, пока я сам за вами не приду. Ты поняла? Ты меня поняла? Да поняла, и чего ты кричишь? Ну все. Все. Ну давай, быстро. Алейкум ассалам. Мы ищем четырех городских. Вы их не видели? Я никого не видел. А это твоя машина? Да, моя. Проверь. Мама, не страшно. Сабита, они были здесь. Вот их пиджаки. Что, нашли? В конюшне чисто, никого нет. В доме тоже никого нет. Черт, черт. Ищите! Они не могли далеко уйти. Сабит, здесь только одна дорога к реке. Они не могли далеко уйти. Сах, не спасешь, поздно! Илюха! Сах! Отойди! Сах, пойми! Илюха, брат! Сах! Не отпусти! Сах, пойми! Илюха! Сах! Он остался ради нас! Отпусти! Надо уходить! Чтобы мы были! Отпусти! Прыгай! Тормози! Прыгай!
Ты живой, Тима? Все хорошо? Что, живой? Ты скажи, тебе что дороже? Твоя жизнь или мешок мокрой бумаги, а? Из-за них уже убили Люху. А где Мара? Не знаю. Мара! Чш! Мара! Мара, ты где? Я здесь! Тимерлан, мы потеряли 8 бойцов, и не знаю, что теперь делать будем? Новые вояки. А будем делать вот что. Прочти. Ну что, Эдль, еще далеко? Да не, недалеко. Вы дальше сами пойдете. А как? Мы же дорогу не знаем. За этим холмом там лес, где вас Нурмухан ага встретит. Брат один, с семьей остался. На душе неспокойно. Надо идти. Мы тебя понимаем. Надо. Спасибо тебе за все. Немене бақырып отырсыңдар? Орманда айқайлауға болмайтынын білмейсіңдер ме? Салам алейкум. Уағалейкум салам. Мен сендерді кеше күткем. Барың осы ма? Бізден басқа енді ешкім болмайды. Онда жүріңдер. Міне келдік. Эй, қақпын жап. Эл, үлсеңші. Осылай ма? Жәния? А? Шарбамыз істейбір. Бұл жерді өзіміз реттейміз. Бара қой. Жарай. Тонымен жігіттер бүгін демаласындар.
ертең жолға шығамыз. Жол ұзақ, ауыр. Ұзақты қанша? Бара көресің. Көлден қайықпен өзім өткізем. Арғыры жайу кетесіндер. Біраз үнгі тамақтарын жетеді. Тыныш отырыңдар. Түнде далаға шықпаңдар. Мәшінәрі басындыр. Апар бастырын дерей. Салам, братан. Валейкум. Где твой хозяин? Кімнен сіндер? Мы от Тимирлана. Что нужно? Кто такие? Какие? Мы от Тимирлана. Нам нужны головы от трех баранов. Это не ко мне. Я мелким скотом не занимаюсь. Ты не понял. Это крупный заказ. Наш хозяин очень хочет увидеть эти головы. Беру. Только мне нужно знать, где они пасутся. Мара, вставай, смотри, смотри. Зацени-ка, смотри. Нифига себе. Папаша уже страшный. А дочка хорошенькая, а? Красавица и чудовище. Я бы с ней не отказался бы. Завязывай. Они нам помогают, а мы их опускаем. Ты на нее запал, да? Ты о чем? Да-да-да. Да ты влюбился? Какая женщина, какая женщина. Мне достаю уже. И про что стихи? Настоящую поэзию очень трудно пересказать. Вот послушай. Уходят охотники, длится больная зима, и негде согреться, и только болотное пламя. Про охотников, да? Мне больше нравятся стихи про любовь. Дүние малына, құшақтатып нәзік талдай беліңнен, сүйгіз сәулем, тәтті балдай тіліңнен, бой шымырлап, толықсы да жүрегім. Балқып денем, барам еріп, деміңнен. Вечер поэзии? Пойдем, Нұрмұхан ханым, теплые вещи приготовил. Пора. А здесь красиво. А здесь красиво, да? Анау, медеттен хабар болмаса, екі жетінге тағы да алып барам тамақтарында. Тоқтыңдар мәй, тыныш отырыңдар. Эй, Сак! Ну что? Брат, я устал. Устал, отдай рюкзак. Не, нормально. И что, мы здесь будем жить? А ты что, предлагаешь в лесу? Какой-никакой, но дом же. Мам, шеш. Балам, бүгін қалаға барасың ғой деймін. Менің дәрілерім таусылып қапты. Папа, сіздің жүрегіңіз ауырады ма?
Менің ешерім ауырмайды, балам. Қалаға бар. Қалаға барған соң, Ахмет ағынға сәлем айты. Ну что у нас опять сегодня? Тушенка? Мара, а ты что не кушаешь? Я не понял. Тогда что мы здесь торчим, а? Давайте дернем отсюда в город. Лаве навалом. Понимаешь, сначала надо дождаться известия от Медета. И Нурмуханага скоро должен приехать. И где твой Нурмуханага? Я не понял, тебе здесь весело, а? Втюрился в дочку егеря. Ждешь, пока она снова нарисуется. Будешь кувыркаться с ней? А мы что, будем за дверью стоять, что ли? Заткнись. Сам заткнись нахрен. Заткнись, я сказал. Заткнись, пацаны. Сядь, я сказал. Давайте мирно решим, что дальше делать. Короче, ничего не будем делать. Остаемся здесь. Мара! Мара, где ты? Мара, ты где? Мара! Что ты делаешь, Мара? Ты что, тушенку жрешь? Что ты делаешь? Сак, давай по-братски разделим без Ника. Мара, я не знал, что ты крыса. Я хочу жрать! Нифига себе пурга, что я должен, голодать, что ли? Жрать хочу! Халай, Зинжал. Байлган, Шалкалай. Менде байхап көрейінде. Байхайдың адамның мылтығы, аңшының мылтығына құсымайды ғой. Тәжірибең жоғары шал екенсің. Мен жігітті іздеп жүрмін. Бұл жерден көрген жоқсың ба? Сен немене? Жігіттеріңді маған баққызып қойып па? Ешкімді көрген жоқ. Сен шалмен адамша келісе алмайды екенбіз. Солай ма? Мүмкін. Ну че, Мара, деньги покой не дают? Слушай, Ник, еда у нас закончилась. Знаю. И когда этот старый пень Нурмухан придет, хрен знает. Я лично не собираюсь здесь подыхать от голода и холода. Ну что ты предлагаешь? Вернуться в город? Разведать обстановку? Может, менты уже поймали настоящего убийцу? Ну и нас уже, наверное, там не ищут. А как же так? Да вот его доля. Оставим ему. А за ним вернемся где-то дней через 5. Короче, Ник, ты со мной? Шал, қалайсың? Айтасың ба, жоқ па? Қайдан ашу? Қайда тақ бойдың?
Пошли, а. Мара, кажется, мы заблудились. Смотри. Здрасте. Не скажете, как к озеру пройти? Озеро? Сейчас. Вас двое? Да. А где третий? Не хвалим! Где еще есть? Пожалуйста, не убивайте меня! Нет! Нет! Пожалуйста! Щенок наигрался. Мара. Мара, кто стрелял? Где Ник? Ты что, ранен? На нас открыли охоту. Кто? Я, кажется, завалил этого охотника. Где Ник, я сказал? Его убили! Ты что думаешь? Тимерлан простил нас за смерть своего сына? Но не мы же его убивали. Сак, опомнись. Ты до сих пор ничего не знаешь. Это мы с Медетом завалили Кайсара. Медед давно хотел кинуть Тимерлана, а тут такой случай. На 10 лимов. Он специально познакомил нас с Тимерланом. И ты об этом знал, да? Я с Медетом в доле. Что ты сказал? Стой, Сак, на месте! Не подходи, я буду стрелять. Мне терять нечего. За что, Мара? За что? Мы же братья. Братья? Братья? Я тебя ненавижу! Почему она оставила именно тебя, а меня отдала в чужую семью? Мара. Но все лучше доставалось только тебе! Меня все достало!
Я хочу жить на всю катушку, понял? Мама любила тебя больше, чем меня, ты понимаешь? Она всегда только о тебе и думала. Перед смертью она просила позаботиться о тебе. Мара, простите ее. Постой, Сак! Видишь, какая пурга у нас вышла. Столько народу положили. А все зря. Илюху Ника не вернешь. Мара, Мара. Прости, брат. Мара. Постой, Мара. 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 Мара! 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 Мара, брат! Теперь, Женя, ты все знаешь. На этом свете у меня никого не осталось. Даже в городе? А кто есть в городе? Хорошие знакомые. Компаньоны по бизнесу. Среди них нет ни одного близкого человека. Такого, как ты. Это потому, что сейчас я ближе всех? Нет. Это потому, что для меня ты дороже всех. Жене, у меня в городе осталось одно дело. Когда я его закончу, я вернусь за тобой. Я буду ждать тебя.
Сейчас убью. Спокойно. Вот пистолет. Отпусти. Подожди к двери. Быстро. Уже уснулся. Женя, скоро будем курить. Потерпи. Я люблю тебя. Женя. История, изменившая всю мою жизнь, могла произойти с каждым. Но судьба выбрала нас, меня и моих друзей. Сак? Ты откуда? Ты зачем здесь? Если Темирлан узнает, что с нами будет? Медет, я все знаю. Мара мне обо всем рассказал. Ты его уже не увидишь. А где он сам? Темирлан нанял киллер. В живых я один остался. Я ведь любил его, как родного, и воспитывал, как родного сына. Я же все предусмотрел. Но откуда я мог знать, что на эту встречу придет Кайсар? Во всем виноват Темирлан.
все деньги, которые он имеет, заработаны моими мозгами, моим потом, кровью. Я возвращал свои деньги. У меня есть 5 лимонов. Я тебе даю половину. Я пришел не за деньгами. Я пришел за тобой. Ну, пошли. Ай, красавчик. Тимерлан, сегодня Медет прибыл на место.